Ва управленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гомельскага гарвыканкама агучылі сёлетнія планы па зніжэнні ўзроўню беспрацоўя. Значная ўвага будзе надавацца навучанню новым прафесіям і дапамозе ў адкрыцці ўласнай прадпрымальніцкай справы. Нашы карэспандэнты пацікавіліся падрабязнасцямі. Сегодня у Гомеля на официальном улику находится 326 беспрацовных. Это самая низкая колькость за опошние 30 годов. Разом с тем, это не значит, что можно супокоиться. 30 студеня на перенавучание будет накирована первая в этом годе группа беспрацовных с 12 человек. У центра занятости уже отримали заявки от размещенных у городе предприемств на подрыхтовку кондитеров, водителей троллейбуса и машинистов мостовых кранов. Основная проблема связана со станом здоровья претендентов. На тех же водителей медкомиссию не проходят больше полова ожидающих отрымать новую профессию. Хоть с другого боку ее специальности, потребования до яких не такие жесткие. Мы в основном готовим профессии под заказ нанимателя. У нас очень большой спрос идет среди общественного питания. То есть заявки подают и на обучение профессии повара, продавца, контролера, кассира. Локон нам заявочку постоянно дает на получение профессии парикмахер, мастер по маникюру, педикюру. Апроча того, апошні час все больш значная колькасць беспрацоўных пачынае займацца прадпрымальніцкай і рамесніцкай дзейнасцю. У мінулым годзе адпаведны курс у Гомелі прайшлі каля 70 чалавек. Прычым палова з іх адкрыла ўласную справу без прыцягнення дзяржаўных сродкаў. Дарэчы, сёння гэтая падтрымка складае крыху больш як 2,5 тысячы рублёў. У гэтым годзе яе ўжо атрымалі 9 чалавек, 8 з якіх напрыканцы мінулага года таксама вучыліся па праграме прадпрымальніцкая дзейнасць. 2/3 з іх мужчыны сярэдняга ўзросту. Организовывают предпринимательскую деятельность наши безработные. Это, как правило, мужчины среднего возраста 35-40 лет. Также наиболее популярными видами деятельности это такие виды деятельности, как торговля, деятельность такси, грузоперевозки, отделочные работы и многие другие. Алексей Тюромар, Энерджала, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».